Подскажите, если была внематочная беременность, то также необходимы проводы голодных духов? Да. Мила Мишель, как помочь человеку эзотерически избавиться от булимии? Когда вам будет хотеться, то нужно представить, где вам это хочется, и поднять либо в голову, либо из головы и груди опустить в живот. Я об этом уже говорил. Таким образом, мы можем эзотерически помочь себе. Елена Тупикова. В Ютубе весной удалили запись, где вы показываете, как можно расширить струну фурёка на вдохе и выдохе движением рук. Делается так. Вот так мы расширяем струну фурёки. Вдох через зубы, выдох через рот, расширяя струну фурёка.